В области зарегистрировали сразу две тройни. В этом году уже третий и четвертый случай, когда родители в одночасье становятся многодетными. Две такие семейные пары в ЗАГСе одновременно получали свидетельство о рождении детей. Татьяна Пудова о самарском бэби-буме. Это Варя у нас, это Катя, это Настя. Хотели второго ребенка, родилась сразу тройня. Когда Мельникова узнали, были на седьмом небе от счастья. Но вместе с тройной радостью пришли и тройные проблемы. Ночью проснулся, одна кричать начинает. Кто-то идет один, готовит еду, кто-то пока там схватил, чтобы остальных не разбудил. Но главный вопрос все-таки квартирный. Как только малыши родились, молодой папа стал обращаться за помощью в разные инстанции. Надеюсь, что хоть какую-то жилплощадь многодетной семье выделят. Однако предложение было только одно – взять ипотеку. На, это и Миша прибежал. Но никакие бытовые проблемы не лишают родителей той радости, которую испытывают, став в одночасье многодетными. В ЗАГСе они встречают еще одну пару счастливых родителей. В семье Тарозановых уже пятеро. 11 февраля родились Артем, Максим и Егор. Помогают дедушки и бабушки. Живут все вместе в трехкомнатной квартире. Говорят, что уже привыкли, хотя и тяжело. Раньше думали, как бы не справляться, как успевать. А вот смотришь на них, вот, ну как-то не знаю. Ну как так, если я вот не успею что-то, получается, у меня кто-то один будет голодный. Поздравить родителей с прибавлением, вручить подарки пришли родные представители областного ЗАГС. Особым явлением является как раз тот момент, когда рождаются двойни и тройни. Если на территории Самарской губернии за прошлый год родилось всего 8 троен, то с начала этого года родилось уже 4. Родители тройняшек обменялись адресами, теперь планируют дружить с семьями. В целом ситуация в регионе внушает оптимизм. Только в начале этого года малышей родилось на 10% больше, чем в прошлом. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии.